А я мясо спущу, пусть оно сейчас закипит и варится. Мясо-то спускает вообще в холодную воду. Воду подсолил сейчас, что? Сейчас я покажу. Сейчас она мясо сварится, следом капусту, а там уже дальше картошка будет и так далее. Ребята, вы хотели узнать, кто как капусту крошит? Ну, это на любителя. Я, допустим, знаю, что люди стали закал, как у меня бабушки, допустим. Если квашеную капусту делают, они ее не режут. Они ее кидают целиком, то есть, как на шинковке, ее на шинкале, она идет длинная. Я, допустим, для себя люблю помельче. То есть, суп будет гуще и всего лишь будет вкуснее. Лучок, как всегда, в зажарочке должен быть золотистый. Как минимум, но это борщ. Как бы вы того хотели или нет, он всегда должен быть золотистый. Так что мы сейчас его нарежем. Сейчас мясо сварится, потом обжарочку будем делать. Его обжарим как надо. Прям не знаю как. Который раз уже беру его, постоянно, блядь. Вообще, если у кого есть поверье, то лук чистят. Ножик смачивают холодной водой, а потом только режут. Чистят и режут. Чтоб глаза не щипало. Если он настолько злой. Но мы этого не боимся. Нам это не страшно. Надеюсь, одной хватит. Я их взял, но специально две небольшие. Я, допустим, свеклы люблю побольше, чтобы было в супе. Но если надо будет, если лишнее остается, просто на салат ее делаю или просто нарежу полукруглишками. Да и все, солью посыпал и с хлебом поел. Как бы так. Свекла свежая, кстати. Свекла заебатая, молодая, сочная, не переросшая. Но свекла бывает разных сортов. Она бывает просто сахарная. От нее потом суп даже привкус дает, сладости немного. То есть как посолить. А вот это заебись свекла. На это надеюсь. Руками со стола, говорят, вытирать нельзя. Говорят, денег дома не будет. Но нам это не страшно, мы этого не боимся. Мяско закипело, кипит. Сейчас будем спускать капусту. Пускай капуста варится. Сейчас пока капуста будет свежая вариться, мясо дойдет. Так что потом еще картошечка будет. Я думаю, что мясо будет готово. К тому времени, как уже. Суп будет готов. Ну вот тут
борщец, сметанку взяли в магазине, да тут как эта сметана-то пошла. Ну вот и мать мне как возьмешь, там как у пацанов стоит, ну так же и ложка в сметане стоит. Ну давайте-ка, борщ сварим, короче. Подкатывайте, будем кормить вас всех. Все. Да вы не обращайте внимания, если надо будет. Я позвоню чуваку, у меня есть его поставщик. Дома делает сметану, масло, сыр. То есть как бы так. Все, пожалуйста. Надо только созвониться, да и всего лишь. Сам привезет. Было, блядь. ЗИЛ сюда с газом приехал, ебать, частник. Это не чей-то нахуй там чего-то как-то. Именно частник. Я эту машину, блядь, на трассе не раз видел. И они, пидорасы, мне мозги ебу, что они, блядь, нанять не могут никого. Чтоб газ привезли. Дебилы ебаные. Да, так она готова, она уже тонет. Картошку спустили, картошка закипит, поварится. Поставим следом зажарочку. Все, считайте, что борщец готов. Вот снимаю картофельный навар, чтобы как бы его здесь и не было. Сейчас уже будем скоро пережарочку делать. Лучок, морковочка, свеколка. Потом приправ подобавим. Ну и все, и как борщец будет готов, страшно, подъезжайте. Будем пробовать. Я и то не допила, нахуй. Наливай там мне чуть побольше половинки, нахуй. Я глоток делаю, если я два сделаю. Снимаем суп, сейчас ставим зажарочку. Вот так. Сейчас зажарочка подготовится. Так. Сейчас морковочку нашинкуем для жарки, чтобы все было ништяк, и все будет охуенно. Подскажите мне, пожалуйста, почему на 19-м квартале нету газу? Потому что газ закончился. Что значит закончился? Вот так закончился. Вы мне одно объясните. Почему на заправках он есть, а у нас его нету? Вы, пожалуйста, в письменном виде на имя директора пишите. В письменном виде? Ты мне дай номер телефона! Слышь? Ты там что, обдолбался или что? Ты мне не тыкай! Газ приехал, ебаный в рот, скоро газ будет у нас. Ну, наконец-то! Соизволили, сука, привезти газ. Пидорасы. Пускаем морковочку. Сейчас морковочка обжарится. Все, свеколка. Считайте, суп готов. Я перемешаю. Нет, вот еще маленькая свеколка. Пусть обжаривается она, пусть лучше обжаривается. С нее сейчас только-только сок начал выделяться. Ну вот теперь Паша скидывает пережарочку. Сейчас это все прокипит. Сейчас еще этой свеколки добавим. Сейчас все прокипит. Лаврушечки, зелени в конце уже самой. Ну и все. Сметанки и борщ готов. Выкинем, да и все. Равносильно, что ты пойдешь в мусорный бак, ебано, 200 рублей. Ты за хату заплатить не можешь, еще и плойку сейчас буду себе за 1600 покупать.
Мне проще тогда маленький чертов принять вести и забрать. И ее плойку, нахуй. Какую плойку? Ну, у нее идет плойка вместе с утюжком уже. У тебя утюжок есть? Чё? Да. А, ну... Был. Чё? В смысле, был? Он рабочий. Угу. Руки обжигать обе его теперь, нахуй. Почему руки обжигать? Я тебе люблю руки обжигать. И... Форка ебанула? Большую там не найдешь. Она с 90-х годов, что плитка, блядь. Там нихуя комфорка, ебать ее рот. Но тоже она идет, вот шла плитка на 380. Она в Шушинском у меня подключалась. Там 380 было. Мы ее подключали на 380. Вот там накалялась там пиздец там, ебана. Ну, как пачка была. Раскалиться, если. Что, курнем? Подпыю я тебе, что против. О, я только хотел сказать, я заждал. А ты вторую туда положил? Да, там. Перед меня, сколько там валится. Место убрал. Да в пачке я брал зелень, помнишь, там какая-то всякая хуйня смешанная. Брал лук, укроп, петрушку и четвертую, куда я брал. Как она называется? А? Блять, оригами, по-моему, что ли? Что это такое? Ты трёс, да, ее? О, да-да, я переболтал. Сейчас у тебя пена подымется. Она сейчас не подымется. Давай еще эту плитку сейчас зальем. Нахуя? Ну и пойдешь опять за 700 рублей покупать. Ага, сейчас нахуй. Че у меня, блядь, каждыми днями ебано по 800 рублей есть на плитку, блядь, на новую. Посчитайчик варится. Готов уже, считайте. Зелень добавим. Просто как-то нахуй железные чашки-то набивать не надо. Там у меня рожки. Той чашки. Сюда нальешь. Я все равно много не съем. Сейчас аромат пойдет. А ротом добавляй? Нет. Сейчас я зелень только насыплю. Это что? Вообще-то я тебе сказала зелень в последнюю очередь скину. Так я выключил плитку уже. Ну и закрыть пусть бы наставил. Чего сейчас? Ну, тебе просто сейчас осядет. Ой, никуда она нахуй не денется. Смокали за ним. Ты срок годности смотрел? Что-то кислое какое-то. Нормально, с медалом. Ты чё? Угу. Чё, ты угоряешь, что ли? Нормально, с медалом. Или просто, может, так майонезу привыкла? Может быть. Мне кажется, что сметана кислая. Размешивайте. Ну вот сварили борщец, так что сейчас будем пробовать. Дегустировать будем, как бы так. Так что вы смотрите, главное не подавитесь. Ну и все. А к борщу, наверное, нам надо будет по писярику. Ну и все. Сейчас будем проводить дегустацию нашего шеф-повара. Да я-то хули, я вообще готовить не умею. Комара Анатольевича. Ну давай, пробуйте. Да ко мне что? Пока горячее. Мне ночью сегодня, блядь, корову навела. Полстакана, ебать. Я думал, она там весь пузырюк туда вылила. Сходила на кухню, ебать, накапала нахуй 30 капель. Я когда пить начал, пиздец. Аж рот связала.